Всех витаю, дорогие мои друзья! Сейчас хочу показать вам видео, которое снимали мои племянники на отдыхе в Турции. Снимала Людочка. В то время как раз я была в Узбекистане, когда они мне прислали это видео. Но у меня не было времени монтировать. У меня было много съемок, много я монтировала. И у меня не было времени даже показать это. А сейчас у меня появилось время. И я смонтирую это видео и вам покажу. Приятного просмотра. Все, прошли все контроли. Теперь мини-перерывчик. Мини-обедик. Пока мы дойдем до своего all-inclusive. Обедаем, сидим, кушаем. Погода просто невероятная. Как раз нам на полет. Нет, это не наш, наш будет с этой стороны. Все. Ждите нас в Турции. Немножечко посниму. А, еще самолет. Еще везде поснимаем. Где будем вспоминать снимать, поснимаем. Где забудем, извините, мы купаемся. Что там? Ой, пока я тупчик. О, полетел. Кто-то уже полетел. Это, наверное, Баден-Баден полетели. Объявляли, здрасте. Все. Доброе утро. Идем на разведку. Машина, такси катается. Вышли чуть-чуть прогуляться. Вчера приехали в Турцию, сегодня вот первый день. Красота. Можно чуть-чуть. А ну, сейчас покажем вид, просто невероятный. Приехали мы в город Бодрум, точнее, недалеко от Бодрума. Вот. Завтраки пока были вкусные, ужины вкусные. Пока все очень нравится. Единственное, у нас там в отеле... лестница. И надо постоянно ходить с одной лестницы на вторую, со второй на третью. Ну, как-нибудь будем идти, я тоже засниму. Так, немножко будет неудобно. Тротуарчики тут очень узкие, говорят, что особо пешеходного. Пешеходных дорог тут нет. Нужно на маршрутках гонять. Ну, тут недалеко мы пришли на самый-самый. Ближайший хотим заскочить в супермаркет. Вот, к нему. И бежим. Сказали, это 15 минут. Все, первое включение. Дальше будет следующее. Да, конечно, тут напарковали. Просто шикарный. Это бомба.
Можно вот купаться. Говорят, море теплое. Мы еще не ходили. Скоро сходим. Наши бегут. Сильно все заняты. Снимаю из-под тяжка. Ой, а там на крышах у них еще зеленые крыши. А, это как интересно. Такого я еще не видела. Теннисный корт. Ой, сейчас я отстану. Я вообще ничего не увижу. Ой, ну виды тут просто божественные. Серьезно, кто хочет именно красивые виды. Это, конечно, Бодрум просто. У нас в отеле, там, где мы кушаем, тоже мы сидим. Там, типа, такой балкончик, терраса. И сидишь, и смотришь на эту красоту. Просто невероятно. И вот это. Ну, смотрите, как красиво! Ну, тут просто очень красиво. Виды завораживают. Горы, море. Все, что хочешь. Единственное, что тут очень мало тенечков. В прошлом городе всегда как-то побольше, мне кажется. Или просто, может, кажется. Кому-то обед приехал, а мы идем на море, на пляж. Ну, мы идем в разведку, еще не купаться. Без купальников. Без купальников. Просто на разведку посмотрим, потому что у нас нету в номере отдельного. Нет, мы просто еще не пообедали. Если мы пообедали, значит, мы еще купаться не будем. Но у нас нету отдельного пляжа от нашего отеля. Поэтому будем искать какие-то дикие места или где вообще просто можно покупаться. Что виды просто, ну, не хочется выключать камеру. Скажи, красота. Я так люблю вот эти вот цветочки. Это дерево, да? Дерево. Да, дерево. О, какая тут смотровая. И вода чистенькая. Угу. Морем пахнет. Мы что-то не там спустились. Что-то мы не туда забрели. Ну, ничего. Со временем. Домики, все отели. Никто не отдыхает. Ну, конечно, пошли наверх, мы все равно купаться сюда же не идем. О, вот надо вон туда, куда-то нам. Там где-то ограждение? Ну да. Наверное, у нас какая-то. А там уже питься к воде, да? Будем искать. Будем водить. А может, надо зайти хотя бы воду потрогать? Я думаю, что ты просто спустишься туда и вон туда, вот так вот. Ну, и... ну да, вот хотя бы водичку потрогать, что же до воды вообще не доступится. Ну, давай, удачи. Сейчас Леся пошла в разведку. Воду хочет потрогать. Лёп-лёп. Можно дойти до воды? Лёп-лёп. Нет, я так говорю. Наверное, не понимает. Кто-нибудь, подойдите, объясните. Все, а ну давай еще вот эту открой, что тут. Ага, тут какие-то фасоль. Все. Дальше сыры и салатики всякие. С майонезом без, но майонезом так. И сладко. Ну, это уже не по моей части. Это тут Олеся брала. Я не знаю, как какие-то говорила. Наверное, вот эти. Нет. Какие-то шоколадные, ну, короче. А, вон те шоколадные очень вкусные, с маком вкусные. Ну, и вот это уже. Ну, как-то арбуз дыни немножко разочаровали, если честно. Потому что арбуз не сильно вкусный, а дыня только разве что сердцевину выйдет. Съедать. Я говорю, арбуз дыни немножко разочаровали, да? Нет, дыня вкусная, попробую по краям. Дыня. Ну, да, только не средний, по краям, но середину надо. Еще гриль снимите. А, еще гриль, о, да. Я в основном сижу на гриле. Как я могла его забыть? А там вот бар, тут еще есть бассейн. Сейчас быстренько засниму. Есть бассейн. Ну, холодно. Холодно. Ну, в принципе, мы сегодня купались в море. То не скажу, что прям сильно холодно. Нормально. Главное зайти. Ну, и гриль тут стандарт. Это помидоры, перчики и лук.
и картошечка, и еще мясо обычно бывает на гриле, но что-то нет. А, на гриле. Рыбка. Олежка, рыбка. Рыбка. Да, рыбка есть. Ага. Вот с этой стороны. Олежка все рыбу хотел. Рыбу. Заждался рыбы, да? Наконец-то. Он сказал, если сегодня будет рыба, я мало поем. Рыба есть. Так что он сегодня много поест. О-о-о. Что-то слишком близко. Так, все. Рассказывайте, кто что взял? Как всегда, стандартный набор. Пиде сыра, рис, баклажаны, фасоли, овощи. И лимончик. Гриль. Это гриль общий, гриль рыба общий. И у Олежки, ну у Олежки я в принципе показывала, пока шла. У моего Олежки курица, пиде, мяско. Сегодня все по рису, да? Я тоже взяла рис, баклажаны и картошечку. Блюдо дня, святой день. Дождались рыбку. Все, всем приятного. А, еще Олежка побежал за сладкими, это сладкоежка. Без сладкого жить не может. Ну, расскажи, тут вкусное и сладкое? Да, неплохое. Сейчас, Олежка, шоколадный торт. Карамелью и пирог, там шоколадная начинка, еще какая-то. Ой-ой-ой. Фрукты сегодня все. Фрукты не очень. Все, смачно. Дякую. Нам тут принесли комплимент от шеф-повара. Мне и Лесе. Ну, не знаю, может, над этим пожаром? Может, попал. Я не вижу. Я пока тут что-то увижу, пока начну снимать. Мне Олежка говорит, доставай камеру, снимай. Я пока найду ту камеру, я забываю вообще, где она у меня находится. Ой, блогеры мы, конечно, так себе уж, извините. Ну вот, нам сделали такой. Может, они увидели, что я снимаю, и решили нам сделать его комплимент. Ничего себе, Олежка забил. В отеле есть небольшой такой игровой зал. Тут есть бильярд, дартс, настольный теннис и фитнес-зал. Мини-фитнес-зал, да. Да, можно позаниматься, если что, вот покрутить, побегать и вот поиграть немножечко тоже. Да-да-да, все. Моя очередь. Погулять, город, меняем бабосики. И мне вот понравилась очень интересная плиточка у всех от глаза. И вот тут даже специально идет. Так интересно, красиво сделано. Улочка. Узенькие улочки, но для прогулки очень широкие тротуары. Немножко пошопились, все с пакетами. Пришли погулять на набережную. Одни яхты, яхты, яхты. Все, Олежка кричит, побежали обратно. Все хотят гулять дальше. Олег кричит на обед. Олег кричит обед. Ну все, пошли на обед. В следующий раз. Еще придем. Девушка очень. О, один чуть не упал. Очень красиво, рот раздявил. Красивые яхты, яхты, яхты. Какой-то яхтный городок. Леся в супермаркет говорит, давайте пройдемся, как-то просто погулять. А этот, все, первый. О, как сказали, домой сразу побежал. Первый, первый. Пальмы, море, солнышко.